Из-за обильного снегопада в Южной Якутии временно ограничено движение по федеральной трассе Лена. По информации ГИБДД Якутии, временное ограничение для движения большегрузных транспортных средств и маршрутных автобусов введено на участке от 475 до 626 километра. Это Алданский район. С вечера четверга до улучшения погодных условий. На закрытом участке дежурят наряды ДПС, работает дорожная техника. В Алдане уже выросли сугробы высотой в пару десятков сантиметров. Снегопад принес ставшие привычные подарки в виде аварийных отключений электроэнергии. В части города приостановлено теплоснабжение. За ночь выросли 30-сантиметровые сугробы снега. Зима пришла в Южно-Якутский уголок. Дороги и тропки остались глубоко. На городских магистралях работает снегоочистительная техника. Межсезонье для дорожных служб – авральная пора. Снегопад принес ставшие привычными подарки в виде аварийных отключений электроэнергии. В части города приостановлено теплоснабжение. Алданцы с замиранием сердца вспоминают осень 2014-го. Тогда вследствие снегопада в некоторых микрорайонах электричества и горячей воды не было трое суток. Удастся ли коммунальщикам справиться с чрезвычайной метеорологической ситуацией, жизнь, как говорится, покажет. Татьяна Вахнина из Алданова.